Привет-привет, мои прекрасные друзья! Хочу вам показать Светевлас со стороны лагуны. А почему мы здесь оказались? Делаю я экскурсию своим канадским друзьям. И оказалось, мы встретились здесь, а оказалось, что у нас куча знакомых, одинаковые бизнесы. И они еще и близнецы, как я. То есть у нас совпадение по всем параметрам. Представляете, как здорово? Вот так бывает. Марина и Гена. У них давно уже квартира в Поморье. Но я вам сейчас просто хочу сказать, что подобное притягивается к подобному. Совершенно чудесные люди. Вот такая вот пара. Привет, наши канадские друзья. Это Гена, это Марина. Вот теперь они у нас являются, да, нашими героями наших передач. И вы не жалеете? Давайте я тогда спрошу что-то у вас. Вы не жалеете? Почему Болгария первая? Тепло, море, солнце, то, чего нам не хватает. Люди отзывчивые, добрые, все как бы очень приятно. И недорого. По менталитету люди близкие. Все-таки это как бы славяне, будем так говорить. Вот. То есть не жалеете, что тут купили и что приезжаете? Нет. Чувствую себя комфортабл здесь. Ой, как здорово. Ну, так что очень уютно, тепло. В первую очередь работать не надо, можем себе, страна позволяет здесь себя чувствовать комфортабл еще раз. Вот. И отсюда и сразу эмоции другие появляются. То есть все хочется. Жить хочется. Все очень аппетитно. Вкусные фрукты, овощи. Красиво. Все натуральное. Утром берем хлеб, выпечка горячая, то, чего мы забыли, как бы, знаешь, все-таки. Да. Какие-то булочки, все именно вкусное. И свежее, правда. Да. Угу. То есть нету вот этого того лахаться, который у нас присутствует, что люди все бегом, надо с одной работы на другую. Ритм, я понимаю, что это курортная зона. Ну, допустим, мы в Поморье. Угу. Это немножко меньше, чем курортная зона. Это обычные болгары живут. И мы наблюдаем, как болгары живут. Ну, в принципе, это то, к чему мы все стремимся. Угу. То есть, человек отработал, может позволить себе спокойно пойти с удочкой, порыбачить. Да, и какая-то простота, немножко наивность в этом есть. Но они так живут. И, в принципе, для жизни с годами ты это и понимаешь, что это важнее, чем то, что мы там, допустим, упираемся и вроде бы как собираем эти какие-то пеньонзы, да? Вот. Но не всегда это уже и в радость, честно говоря. А хочется вот этой вот простоты, спокойствия. Да, не без того. Деньги нужны, безусловно, чтобы себя чувствовать нормально. Но мы для этого всю жизнь трудились и трудимся. Конечно, подходит момент, когда хочется остановиться. Да, и а просто сегодня... пожить. Конечно. Не ждать пенсию. Когда она будет? 65. Вон в Америке в 67. А эти годы еще, когда ты не болен, когда еще ты в состоянии... Здесь рядом, пожалуйста, Европа. Сел на машину, поехал везде. Поэтому как бы это очень приятно. Ну, здорово. У меня совпадает. Я поэтому у вас и взяла интервью. Такое спонтанное. Я знаю, что вы не готовились. Это, я считаю, что это более искренне. Ну, вот я на одной волне. Я то же самое думаю и считаю. Нам Болгария давно нравилась. Да. Мы еще жили в Израиле определенное время и хотели в Банско купить. Потому что в Израиле очень жарко, а нам наоборот хотелось прохлады. Угу. Теперь мы живем в более прохладной стране, находится теперь в тепло вроде бы как. Вот, поэтому как бы Болгария всегда нравилась. Вот. Ну и прекрасно, все прекрасно. И дай бог ваши подписчики, кто вас смотрит, обратили внимание на эту прекрасную страну. У всех разные эмоции, разные подходы, разные возможности. Но при всем при том, сколько мы общаемся, все примерно к большому подписчику могу сказать. Мы говорим, жить в лучшую сторону. И никуда не надо спешить. А успевать радость жить не чувствовать. Правда же? Денег много не бывает. Сейчас покажу дальше. Да. Вот, видите, денег много не бывает, а кое-что не купишь. Есть такое, что дается от природы. Ну что, чао-чао, мои прекрасные друзья. А вон Светевлас с другой стороны. Там квартира уже у нас. Мы потом подойдем, посмотрим. Или может так посмотрим.
знаю, получится или нет. Ребята, спасибо за искренность. Так, что у нас тут происходит? Надо на какие-то... вот. Болгарские друзья, которые мои подписчики, тоже не случайно все началось. Ну что, обнимаю вас любовью, мои прекрасные друзья. Чао-чао!